Моя Покахонтас? Бабушка Ирма, я хочу поговорить. С добрым утром, дитя. Я ждала, что ты навестишь меня. О, ожерелье твоей мамы. Об этом я и хотела говорить. Отец сватает меня за Кокума. Кокум? Но он такой серьезный. Я знаю. Отец считает, что все это правильно. Но мне часто снится один сон, и я думаю... О, вещий сон. Расскажи-ка подробнее. Итак, дитя, что за сон? Вот, я бегу по лесу, и передо мной вдруг появляется стрела. Я смотрю на нее, а она крутится. Крутящаяся стрела? Как это необычно. Да, она крутится все быстрее, 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 и вдруг замирает. Что ж, я думаю, эта крутящаяся стрела указывает тебе твой путь, дитя. Но, бабушка Ива, где мой путь? Где же мне его искать? Ха-ха, твоя мама задала мне тот же самый вопрос. Правда? И что ты сказала? Я сказала, слушай, тебя повсюду окружают духи. Это духи земли, воды и неба. Слушай их, и они укажут путь. Я слышу ветер. Да. Что он тебе говорит? Я не понимаю. Кве-кве, натора, слушай и поймешь. Слушай сердцем ты, все тогда поймешь. Сразу ты узнаешь, что есть правда, что есть ложь. Я слышу, что-то приближается. Странные облака. Слушай сердце ты, все тогда поймешь. О! Что ты там видишь? Странные облака.